Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим FM-трансмиттер от компании Aspiring, модель Wave 2. Поставляется в фирменной упаковке. Данная модель имеет довольно-таки большой функционал. Внутри у нас находится гарантийный талон, подробная инструкция по эксплуатации, есть дополнительно дистанционный пульт управления и также сам FM-трансмиттер. FM-трансмиттер подключается на питание как 12, так и 24 вольт, устанавливается в прикуриватель, имеет два полноценных USB разъема, один для считывания информации, второй для подзарядки мобильных устройств, выдает ток 1,5 ампера. Каким образом данное устройство работает? Если в автомобиле магнитола старого образца или попросту нету возможности считывания напрямую с помощью карт памяти или флешки музыки, данное устройство полностью это замещает. Может считывать как с карт памяти, так и с USB устройств. Выставляется на данном устройстве FM-волна, не занятая, к примеру, 87,5. Такая же волна выставляется на магнитоле 87,5. И по этой волне уже передается музыка. Таким образом, вся информация, которая есть на карте памяти или на флешке, передается по данной FM-волне. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.